Основная цель мероприятия – напомнить участникам дорожного движения о необходимости применения ремней безопасности, а также недопустимости перевозки детей в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств. Акция носит длительный характер. Сочинские инспекторы ДПС планируют проводить ее в несколько этапов во всех районах города. Уже есть определенные результаты. Только за последнюю неделю к административной ответственности привлечено почти 500 человек.